Жолква, город районного значения во Львовской области Украины, административный центр Жолковского района в период 1951-1992 год. Назывался Нестеров. Население 13,3 тысячи человек. Расположение. Жолква является административным центром района во Львовской области. Находится в 25 километрах на север от Львова и в 35 километрах от украинско-польской границы. На пересечении международных автодорог на Польшу и Прибалтику, рядом с автотрассой проходит железная дорога Львов-Рава-Русская-Варшава. Жолква расположена на границе естественных областей. Гряды Росточии сильно заболочены, в прошлом равнины Малого Полесья, рядом проходит главный европейский водораздел. Здесь проходила древняя граница земель и княжеств Червоной Руси, Галиции и Волыни, Звенигородского и Белского княжеств. Возле подножия горы Гарай, крутого уступа Росточия, которая поднимается на 150 метров над близлежащей равниной, пересекались важные пути Червоной Руси. С востока на запад проходил путь на отрезке между городами Димошин и Щекотин и дальше на Янов, Краковец, Краков. С юга на север пролегал путь из столичного города Галича на Белсый холм. Рельеф – природные ископаемые. Центральная часть города расположена на повышенной гряде, которая протянулась с востока на запад. Западным краем, примыкая к северо-восточным уступам Росточья, возле подножия горы-гора гряду прорезает река Свинья, образовывая несколько изгибов. В долине реки в древности находились большие пруды, которые были осушены на протяжении XIX века. Заболоченные ранее территории по обе стороны гряды также постепенно были осушены и на сегодняшний день полностью застроены. На южной окраине города в районе кирпичного завода осуществляется разработка месторождений глины в небольших масштабах, которая используется для производства керамического кирпича. В районе города выявлены также сероводородные воды с температурой на поверхности 39 градусов Цельсия. Они могут использоваться для бальнеологических и термальных целей. История документально подтверждена. На месте нынешней Жолковы с 1368 года существовало село Виники. В 1597 году рядом с селом Гетманом Станиславом Жолкевским был построен замок, вокруг которого возникло поселение городского типа, получившее магдебургское право в 1603 году. В 1706-1707 годах в Жолкве находилась ставка русского военного командования, в Северной войне и резиденция Петра I. В 1772 году в ходе первого раздела Речи Посполитой оказалась под скипетром Габсбургов, повитный центр в королевстве Галиции и Ладомерии. В 18-19 веках город был славен резьбой по дереву, в ходе Первой мировой войны неоднократно занималась русскими войсками. Одно время уездный город Львовской губернии. От 6 до 11 января 1919 года недалеко от Жолквы произошло сражение между армией Западноукраинской Народной Республики и войсками Второй Речи Посполитой Польской Республики с 23 декабря 1920 года до 28 сентября 1939 года в Львовском воеводстве Польской Республики, центр Жолкевского повета. 1 сентября 1939 года германские войска напали на Польскую Республику, началась Германо-Польская война 1939 года. С 17 сентября 1939 года Красная армия Советского Союза вступила в восточные районы Польши, Западную Украину. 28 сентября 1939 года подписан договор о дружбе и границе между СССР и Германией. 27 октября 1939 года установлена советская власть в Советском Союзе. В 1939 году после польского похода РККА 14 ноября вошла в состав УССР Союза Советских Социалистических Республик. 4 декабря 1939 года стал центром Жолковского уезда Львовской области. 17 января 1940 года стал центром Жолковского района Львовской области. С 1940 года в УССР получил статус города. С конца 16 века до Второй мировой войны значительную часть населения города составляли евреи. Во время войны около 3200 евреев до ноября 1942 года были отправлены в лагерь смерти Белжец. Остальные были заключены в гетто, которое в марте 1943 года было ликвидировано. 29 июня 1941 года оккупирован германскими гитлеровскими войсками. 23 июля 1944 года освобожден советскими войсками 1-го украинского
Украинского фронта в ходе Львовско-Сандомирской наступательной операции 13 июля 29 года 08 1944 год 13-й армии 112-й СД 27-го СК конно-механизированной группы 1-й гвардейской кавдивизии 1-го ГВ кавкорпуса 20-й мотострелковой бригады 25-го танкового корпуса 8-й воздушной армии 7-го истребительного авиакорпуса в составе 9-й ГВ истребительной авиадивизии 205-й Истер авиадивизии 304-й Истер авиадивизии. Город был занят Красной армией 23 июля 1944 года. В 1951-1992 годах назывался Нестеров в честь летчика Петра Нестерова, совершившего в 1914 году в районе Жолкова первый в истории воздушный таран. В советское время в городе работали строительное, мебельное и консервное предприятие. Было развито ткачество, резьба по дереву, изготовление художественных изделий из стекла. С 8 декабря 1991 года в составе Украины, в независимой Украине, достопримечательности, замок, костел Святого Лаврентия, Доминиканский монастырь, оборонная синагога, Василианский монастырь с храмом Пресвятого Сердца Христова, деревянный храм Пресвятой Троицы с уникальным иконостасом 17 века, старинный парк, вдоль которого находится несколько интересных особняков разного времени постройки, церковь Святого Лазаря, церковь Петра и Павла. С 1994 года центральная часть города, основу которого составляет ансамбль Вечевой площади, имеет статус историко-архитектурного заповедника. Известные уроженцы приведены в хронологическом порядке: Собеский Якуб, польский государственный деятель, Собеский Константин Владислав, польский государственный деятель, внук предыдущего Иов Кандзелевич 1667-1740 православный иконописец, литерис Макс, австрийский поэт, переводчик, издатель, Нементовский Стефан, польский химик, Стожик Владимир, польский математик, Волк Карл, коммунистический политик, журналист, участник антифашистского сопротивления, Лаутерпахт сэр Герш, английский юрист и ученый, специалист по международному праву, Ландман Зальце, еврейская писательница, шахтер Шломи Залман Равин.